Проведи последние дни уходящей зимы интересно и с пользой. 25 февраля на Красной Звезде пройдет День зимних видов спорта. Тебя и твоих друзей ждет множество активностей. Турниры по хоккею на валенках и волейболу на снегу. Состязания по перетягиванию каната и метанию валенка. Катание на коньках и многое другое. В разгар зимы здесь будет жарко. Начало в 12:00.